потому что в прошлый раз заснимала, короче, недели две слышно не было. Пошла динамики почистила. И вот интересно, слышно ли сейчас? Можете сказать, пожалуйста, меня слышно или нет? Ой, класс! Наконец-таки, потому что, блин, не могла понять, что со мной. Вообще ничего не... А ни о чем не жалею никогда. Я иду домой за купальником, потому что очень резко, короче, я сделала монархию. Мне пишут, типа, пойдешь на руду купаться? Я такая, го. И подхожу к дому. Че ты, Андрей, не нагоняй пуху. Те уешные фразочки эти. Ну что, как дела? Боже, я покупаю сейчас. Я сушу ждала час. Я уже наорала на этих официантов. Ну, не наорала. Ко мне подошли, сказали, 5 минут. Я такая, окей. Через 5 минут подходят ко мне и говорят, 10 минут. Я говорю, какого хрена? Боже, вон. Я иду к его машине, приехала. А 16 числа еду на... 3-ю процедуру уже. Да, в армию забрали. Что, блин, сидит? О, господи, котов испугалась. Там бочка. Бочка можно? Бочка можно? Хорошо. Ну, давай, иди. В Минске? Нет. В Могилеве. Вон он там. Да, мы все в Татарстане. Что? 7-й прямой эфир, меня слышно, прикинь. Теперь тебя спрашивают. Что спрашивают? Где ты? А, Андрей Савчук написал, что ты в Татарстане и спился тебе в аранжер. Да пошел нахуй. Да пошел ты на. Мы не ругались. Савчук, Андрей, хватит. У тебя тупые шутки. Понимаешь? Я просто так подорвалась, когда ты написал, а мы разговаривали с Лианой, я говорю, блин, Леша не согласится, он пошел меня нахер, если я вам предложу поехать на ЖД. Нет, своей. Я бы не послала бы тебя нахер, если бы ты заплатила за это. Что? Ничего, вырубай. Нет, мы не были вместе. Нет, с тобой, когда я уехала на дом 2. Я поверю в то, что я супер и классная. Все, пока. Леша.